коллега, я тут хожу постоянно, мне жутко интересно, а что вы там высматриваете? Знаете, я наблюдаю за семейством бактерий. Взгляните, это безумно интересно. Видите в центре две бактерии? Да. Это Рахель и Виктор. Они муж и жена. Да. Да. Рахель влюблена в Пабло. Это тот, что сбоку. Да. Виктор об этом догадывается, но ничего не может поделать. Потому что Пабло его друг и однажды спас ему жизнь. Сам Виктор тайно встречается со служанкой Изабеллой. Это та, что в передничке. А волосатый? Это волосатый. Кто? Волосатый – это сын Виктора и Рахель. Они думали, что он умер в детстве, а он выжил. И теперь ищет родителей. Слушайте, а хотите, я внесу немного интриги? Да, если вам не сложно. Ну, позвольте. Неожиданно для всех умирает глава семьи. И вот сейчас начнется борьба за наследство.